Если бы мне кто-нибудь рассказал о тех условиях, которые будут для ведения бизнеса сегодня, году в 95-м, я бы просто никогда в это не поверил. Я бы считал, что это почти стерильные условия. Но сейчас они нам не нравятся. Вполне понятным причинам, мы тоже недовольны им. И полно-полно проблем, которыми можно заниматься. Но есть фундаментальные вещи. Налоговые ставки. Вот их трогать без какой-то особой нужды нельзя, но мы специально провозгласили, это курс правительства, что мы не будем вторгаться в налоговую систему.